Здравствуйте, с вами снова Александр. Давненько я вам ничего не снимал, никаких обзоров. Был в отпуске. И сегодня появился хороший повод снять вам новый обзорчик, потому что в ассортименте первой коляски появилась интересная позиция, которая дает возможность из Valka Baby Snap 3 и Snap 4 сделать не просто вариант с прогулкой, а превратить ее в комплектацию, скажем так, 2 в 1. И тем самым вы получаете самый легкий комплект 2 в 1. Вот, собственно, это люлечка. Она совершенно адекватных денег. Ссылку на нее я добавлю в описании. Там пройдете, посмотрите. По ссылке будет актуальная цена. Можете, кстати, заказать. И день-день вам спокойно это все привезут. Вот. Что из себя представляет эта люлька? Так, чуть-чуть стороночку я уберу. Давайте напомню вам, что такое Valka Baby Snap 4. Это у нас прогулочная коляска, на которую подходит эта люлька. И вот Snap 3. Это такая же, как 4, только у нее колесо спереди сдвоенное. Она вроде бы как трехколеска, но по факту 4 колеса, просто спереди оно сдвоено. Вот. Про саму коляску Snap 4 я рассказывать не буду. У меня на канале куча обзоров на эти позиции есть. Пройдите, найдите, посмотрите, освежите в своей памяти. Вот, сегодня мы поговорим именно о комплектации 2 в 1, в большей степени о люльке и что нам нужно, чтобы сюда ее установить. Сама коляска у нас выглядит вот таким образом, но чтобы поставить правильно люльку, нам нужно демонтировать отсюда всю ткань и козырек. Это все на самом деле очень просто делается. Кнопочки, ремешки, все скинули, все без проблем убирается. И что нам нужно в итоге получить? Мы в итоге должны увидеть с вами вот такую вот, вот такое голое шасси нам нужно, без ткани полностью. Когда мы всю ткань сняли, увидели вот это вот шасси, приобретаем люлечку, адаптеры для установки идут уже в комплекте с люлькой, поэтому проблем не будет. Берем и ставим. Кстати, немножечко покажу вам саму люльку пока что. Из минусов вот в этой люльке есть один минус, который мне лично не нравится очень. Это отсутствие на дне каких-либо ножичек. Потому что мы ставим на землю ее. Это вообще не годится. Собственно, и минусы закончились. Дальше сплошные плюсы, учитывая стоимость. Люлька у нас полноразмерная. Она очень глубокая, длинная, широкая, поэтому тут как бы назвать ее какой-то неполноценный, язык не поворачивается. Так, устанавливаем до характерного щелчка. Все, щелчок был, значит, установили правильно. Люлька классическая у нас. Козырек, кстати, на козырьке есть классная возможность. Летом, особенно на югах, будет очень актуально открыть и своего рода такой микроклимат создать для ребенка, проветрить все там можно. Ткани, кстати, если знаете, интересуетесь вообще Valka Baby, то наверняка обратили внимание, что у них сейчас полностью обновились все материалы. То бишь раньше, ладно, потом закрою, раньше на колясках использовалась такая плащевка, сейчас уже классная, качественная ткань, очень приятная, тактильная, используется везде. И, соответственно, и на этой люльке тоже. Ткани здоровские. Что касается козырька,
здесь у нас нету средних положений. Вот смотрите, только или кладем, или открываем полностью. Дополнительно секции, вот иногда бывает отсюда достается еще какой-то козырек. Здесь такого, к сожалению, нет. Так, что касается комплектации, у нас здесь все простенько. Идет вот такой вот вариант накидочки на люльку. Очень, кстати, плотная, с резиночками, закрывает все плотно и хорошо. Поддувать ребенку не будет. Так, давайте я вам сейчас покажу люльку изнутри. Вот что из себя представляет люлька внутри. Вот вы видите ее размеры, она полноразмерная, места ребенку будет достаточно. Еще что мне нравится, есть вот такие вот ремешки своего рода. Ребеночка положили, чуть-чуть пристегнули, и он не перевернется, пока, может, вы там отвлеклись куда-нибудь. Так, что касается дна, дно здесь у нас пластиковое, пластик толстый, нормальный, вентилируемое. Главное, чтобы было дно ровным и жестким. Здесь все с этим нормально. Вот, собственно, что касается внутреннего убранства, вот как оно есть. Собственно, по люльке и все, что хотел вам рассказать, рассказал. В двух словах подытожим мое мнение, вот что дала нам, что дало нам появление этой люльки. Вообще Валка Бэби — это, знаете, такой, не знаю, бум продаж, наверное, всем магазинам делает эта позиция. Одна из самых продаваемых колясок. И всегда не хватало люльки, чтобы вот взять ее два в одном, потому что это шикарная прогулка. И людям приходилось покупать какую-то еще коляску, там, катать с ней люльку, и потом покупать себе Валка Бэби. Сейчас вообще все супер. Купили люльку, откатались, сразу у вас классная, офигенная просто прогулочка. Поэтому, не знаю, вариант шикарный, я бы обязательно его рассмотрел. Если хотите что-то универсальное, легкое на круглый год, по-моему, самое оно. И заключение. Если вам это видео понравилось, было интересно, полезно, ставьте, пожалуйста, лайки. Это очень помогает мне делать для вас больше новых обзоров. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, ставьте галочку на колокольчик, чтобы вы получали уведомления о новых обзорах. И, собственно, большое спасибо первой коляске за предоставленную люльку на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И до свидания.